ночью на рождественской службе, днем на площади Куйбышева, веселить и развлекать публику. Наталья Гребнева руководит ансамблем «Слобода» 5 лет. Говорит, особо радостно выступать на Рождество, делиться настроением с людьми. Рождество – это, конечно, один из главных праздников. И в первую очередь это, конечно, семейный праздник, когда можно собраться всей семьей. В программе рождественские колядки и задорные народные песни. Выступают и детские, и профессиональные коллективы. За несколько лет такие гуляния стали доброй традицией для Самары. Мне кажется, это имеет такое объединяющее значение. Мы помним свои традиции, помним свои корни. Прекрасно! Во всех частях города организованы прекрасные елки, прекрасное освещение, прекрасные выступления артистов. Людям сделали праздник. Замечательные гуляния, прекрасные. С ребенком посетили резиденцию Деда Мороза. Все очень понравилось. Погода теплая, публика с радостью пляшет под заводные мотивы. А значит, праздник удался. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Константин Головин. События.